Мне бы хотелось бы разобрать, из чего сложился гол в наши ворота. Давайте с этого и начнем, давайте. Нет, мы начнем с момента, когда... Ну вот Корнеев шайбы сейчас оставляет шайбу Умарку. Да, это, насколько я понимаю, не тот момент, который мы готовили. Это гол. Гол Хартиканина. Гол Хартиканина, ну... Большинство реализовано большинство, как да, по нотам. Это, с этого да, начался период. Да, в общем-то, да, это вот стандартный розыгрыш, когда с полборта Линус Умарк наносит бросок либо в ближний угол верхом, либо в сторону ворот, и рассчитывая на отскок, что и получилось в итоге. Если вернуться к голу, который забит был в наши ворота вследствие того, что проиграл борьбу Логинов сначала, а затем Хартиканин не закрыл борт, и затем Хартиканин не лег под шайбу, и затем Энквист оставил игрока за спиной, и в итоге получился гол. Да, вот посмотрите, вот Логинов, сколько, как долго он разворачивался, во-первых, очень долго. Затем вот вступил в борьбу, вот два шайба. Два игрока, белый и зеленый, скажем, да? Шайба здесь. Пожалуйста, выигрывай шайбу, момента голевого бы не было. Давайте посмотрим. Дальше. Здесь да. Мы проигрываем борьбу. И все в пределах правил, да? Далее. Проигрывает Хартиканин. Стоп. Здесь надо было чуть раньше остановиться. Отмотайте чуть нам раньше. Чуть назад, чуть, мы увидим всю позицию во всей красе. Вот здесь бросок, посмотрите. Вот мы помните, предыдущую игру смотрели, что рижские динамовцы нападающие ложатся даже на одной ноге. Ему больно, он ложится. Здесь опять-таки одной крышечкой. Проиграл борт Хартиканин. Ну, ты будь добр, успеть своему защитнику. Не успел Хартиканин, бери на себя ответственность. Раз. И второй за спиной здесь игрок вот находится у Энквиста, который в итоге он подставляет. Вот, давайте посмотрим. Кулда. Бросает, подставление, ну и тут к Светбергу никаких претензий. Вывод какой, молодые ребята борются в зоне соперника, выигрывают борьбу, играют в зоне соперника. Наши ребята, кто постарше, вот в частности мы указали на кто именно, проигрывают борьбу, в итоге получаем гол. Ну давайте посмотрим момент, когда была заброшена шайба на последней минуте в наши ворота. Вот, пожалуйста, ошибка. Это с этого началось, да? С этого все началось, да? Казалось бы, мы диктуем свои условия. Вот, если вот здесь вот сейчас попадает Бодров в защитника. И вот посмотрите, Гончаров куда ныряет. Да, конечно. Да, в средней зоне ныряет на игрока, который уверенно владеет шайбой, который принял шайбу. Я понимаю, шайба была бы спорная. У вас была хорошая фраза, мы в детской школе за такие ошибки защитников наказываем. Да, его уже можно было в первом периоде наказать и на лавочку. И было посадить. За что.